Привет! Сегодня я готовлю домашнюю лапшу в мультиварке Redmond M90. Лапша готовится из яйца и муки. Больше никаких добавлений туда не нужно. Курица у меня также домашняя. Готовим настоящую домашнюю лапшу. Я беру луковицу и кусочек моркови, который измельчаю. Я измельчаю мелко. Теперь это нужно обжарить. Выбираю режим жарко, ставлю 20 минут, добавляю минутами до 20. Старт. Возьму немного масла, можно взять сливочное. А теперь высыпаю овощи. При закрытой крышке, можно при открытой, обжариваем овощи. Сразу же я подготовила 1,5 литра воды и картофель порезала такой тоненькой соломкой. Пока обжариваются овощи, займемся приготовлением домашней лапши. На мою порцию супа достаточно 1 яйца. Сколько возьмет яйцо муки, на этом будет замешиваться и лапша. В муку я добавлю 1/2 чайной ложечки соли, меньше 1/2 чайной ложки, и введу яйцо. Теперь нужно хорошо замесить тесто, вымешать его и раскатать в тоненькую лепешку. Овощи у меня обжарились, мне хватило 12 минут. Я убираю режим жарко, я закладываю курицу и заливаю водой. Воды у меня сюда вошло 2 литра. Также сразу же я высыпаю картофель. Закрываю и выбираю режим суп. Минимальная час, но можно будет смотреть через 1/2 часа по готовности. Переходим на другой стол, где у нас готовится тесто. Вот такое тесто, жесткое, у меня получилось. Остается раскатать его при помощи скалки в тонкий лист. Тесто, конечно же, раскатывается с трудом, но ради домашней лапши иногда стоит и потрудиться. Во время раскатывания лепешки от середины к краю вот так вот раскатывать более удобно. Не вот так, а вот так. И нужно периодически посыпать мукой, потому что нам нужна сухая лепешка для того, чтобы была хорошая лапша. После того, как добились такой толщины теста, как хочется, оставим эту лепешку, чтобы она подсыхала. 22 минуты до конца приготовления, это почти 40 минут. Сейчас нужно посмотреть. Курица у меня молодая. Я ее разрезала на порционные такие куски. Она готова практически. Картошка тоже уже сварилась, потому что мелкая. Остается порезать быстренько лапшу, ввести сюда ее, и суп будет готов. Я беру доску и сворачиваю лепешку в рулет. Даже не в рулет, а просто сворачиваю. Вот так. Она, конечно, уже не прилипает. Но можно, если сомневаетесь, просыпать немножечко еще мукой. И опять. И свернуть. Остается ее нарезать острым ножом. По толщине кому как нравится. Мы любим тонкую. Я вот так нарезаю. Чтобы она не была очень длинной, я нарезаю
с одной стороны, поворачиваю и нарезаю с другой стороны. Вот такое количество лапши из среднего яйца, одного яйца, у меня получилось. Этого количества вполне достаточно на 5-литровую вот эту мою кастрюлю. До окончания приготовления остается 15 минут. Суп готовится 45 минут. Все, я его солю. Соли я беру десертную ложку. Ну, нужно, конечно, потом пробовать по вкусу. И ввожу лапшу. Остается перемешать. Я добавляю немножечко черного молотого перца. Зелень добавляю уже в тарелку. Здесь у меня, кроме молотого перца и соли, больше никаких добавок. Теперь попробую на соль. У меня ушло примерно столовая ложка соли. Моя суп-лапша готовилась 48 минут. Я выключаю. Я прерываю режим, потому что уже достаточно. Вот такая лапша. Вкусная, ароматная. Мне остается немножечко добавить зелени. А я сегодня прощаюсь с вами. До новых встреч, до нового видео.